Шуша. 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 Всем привет! Вы на канале Камила и Каролина. Сегодня мы будем стричь собачку. Нам привели Йорка, девочку. Мы ее будем стричь. Да, Шуша? Ее зовут Шуша. Начнем стричь мы со спинки. Спинку мы уже подстригли. Как видите, собачка у нас не усыпляется. Наркоз мы ей не вводим. Удушки тоже не надеваем. Если собака неспокойная, то один человек держит, второй подстригает. Сейчас мы будем стричь зону бикини. Стрижку можно делать любую, по желанию клиента. Ну что, Шуша, будем гигиеническую стрижечку тебе делать? Ну, хорошая. Мы подстригли спинку, попку. Сейчас будем стричь животик. Так, сейчас мы будем делать красивый хвостик. Следующим этапом у нас будет стрижка лапок нижней конечности. Вот так вот примерно. Нам нужно подстричь еще 3 лапки. Так, все лапки мы уже подстригли. Все 4 лапки. Теперь мы будем здесь расчесывать и подстригать ножницами. Все расчесали, теперь начинаем стричь лапки. Шуша, будем ногти стричь и красить? Шуша! Вот такая красота у нас получилась. Да, Шуша? Шуша! 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 Всем пока! Подписывайтесь на канал Камила и Каролина, ставьте лайки. Пока-пока.